Тимур Фрунзе, сын народного комиссара военных дел Михаила Фрунзе. После смерти отца в 1925 году и матери в 1926 вместе с сестрой Татьяной росли у бабушки. А в 1931 после смерти бабушки, детей усыновил друг их отца Климент Ворошилов. Тимур после окончания школы поступил в Качинскую военную авиационную школу. В сентябре 1941 он окончил училище с отличием. И в конце декабря лейтенант Фрунзе уже боевал на самолете Як-1. За 3 встречи с противником в 2 боях сбил лично 2 и в паре 1 самолет противника. 19 января 1942 года при выполнении боевого задания по прикрытию войск Фрунзе в паре с командиром звена в районе Старой Русы обнаружили 30 бомбардировщиков в сопровождении 4 истребителей противника. Вступив в неравный бой с врагом, израсходовав весь боекомплект, успел сбить 2 самолета противника, он был подбит, вошел в штопор и врезался в землю. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.